Обнулили.
Постойте, как оно скажется отобрать? Minus two, minus five. Постойте, как это дадит сказать? Plus eight. Is equal to, посчитали, сказали? Eight. Is equal to eight. Seven minus two minus five plus eight is equal to eight. Саша, следующий. Вперед. Two plus. Plus one plus five. Two plus one plus five minus three is equal to. I just think it's equal to. Equal. Эквивалент от этого слова. Equal. Эквивалент. Что такое эквивалент? Эквивалент. Две вещи эквивалентны, одинаковые. Как две капли воды. Да. Is equal. Is equal to five. Так. Саша, вперед. Eight. Минус. Nine. Во-первых, они eight. Nine. Minus one. Minus. Minus one is equal to six. Is equal to six. Nine minus one minus one minus one is equal to six. Катя. Eighty minus thirty plus twenty is equal to ninety. Алиса. 60. Пятый пример. Пятый. Первая строчка, пятый. Mm-hmm. 60 plus 10 plus 10 minus 70 is equal to 10. Is equal to 10. Да. One. Plus one plus five plus one is equal to eight. Ты себе выбрал самый легкий пример, Кирилл? Нет. Ну что ты пропустил? Кирилл, Кирилл. А что мы его еще делаем? А то тут сам что-то. Давай. 72 plus 15 plus 11 minus 75 is equal to 8. Когда мы произносим звук «с», который вы очень сильно не любите, язык должен быть между зубами достаточно глубоко. Да. Когда в слове три конечное и длинное. Все длинные и, не зря американцы говорят чиз, когда улыбаются, они улыбаются. Поэтому два звука в одном слове, на которые вы обращаете внимание. Three. Язык между зубов и улыбнулись. Да, да, да. Катя сказала. Молодец. Three. Дальше читаем по нашей бумажечке. Three. Three.
что?
Make it zero. По немецкому ноль. А ноль. No. 342. Я не вижу. Что Minus 21. Plus 55. Plus 1000.